По поводу пятницы 13-е, мне кажется, людям просто надоели стереотип про май, про пятницу, про то, что через, про то, что через босоножки богатство течет. Я даже не знала. А, ну да, знала. Забыла просто. Думаю, пара хотят доказать, что, несмотря на это, они будут счастливы. Ой, ну босоножки, через босоножки счастье, это, конечно, реально смешно. Просто штука в том, что когда я выходила замуж, мы вышли просто в самое неблагоприятное время, вообще просто по всем параметрам. У меня даже муж иногда смеется, говорит: слушай, мы с тобой поженились вообще там по всем параметрам, мы вот не подходим, вообще не подходим друг к другу. То есть там у меня были там туфли с открытым мысом, да, ну как раз вот счастье там через босоножки к вопросу. Мы выходили, мы женились, был какой-то... А, был пост, был такой, причем строжайший, какой-то супер строжайший пост, когда нельзя было жениться. Плюс у меня муж там читает какие-то то ли гороскопы, то ли астрологическую какую-то штуку, он случайно прочитал, как-то там наткнулся на что-то и говорит: слушай, ну мы с тобой вообще не подходим друг к другу, я вообще не понимаю, как мы 16-й год вместе живем, что происходит? Что-то пошло не так, видимо, в нашей жизни. А, по нумерологии, он говорит, вообще не подходим, говорит, не подходим друг к другу. Вот вообще просто антиподы. Мы даже встретиться не должны были. Как это получилось, непонятно уже совершенно. 16-й год живем, понимаете?